Привет, друзья! С вами я, Александр Сучков, и сегодня бы я хотел поиграть в игру под названием World of Warcraft. Конечно, графика здесь на ультрах стоит, и видно то, что игрок такой у меня пятый уровень, да. Ник мой в игре Алекс Нубас, поэтому добавляйте, и что-то у меня игра немного залагала, ну, наверное, она... А, сейчас, отлагалась, да? Так, ну что мы имеем вообще? У нас все, как бы, ничего нового тут нету. Так как я покупал игру и как бы играть начал только вот сейчас. Играем мы по сети. И сейчас мы будем, в общем, играть. Так, вы вернулись. То есть здесь есть чат. На Enter можно писать. Там, например, привет. То есть там что-нибудь. Вот, я сказал привет. Дальше. То есть мы в каком-то сейчас городе. Так как я здесь уже играл, то есть я прохожу сейчас задание «Золотая пыль». Я вам говорю, я только вот недавно, вот вчера только установил игру. Поэтому решил поиграть прямо сейчас. Так, здесь какие-то ходят эти. Ну, в общем, я самое главное здесь понял. Чем могу быть полезен? Посмотрим. Так, ну, это я понял уже, как делать. Блин. Да благословит тебя свет. Так. Что там у нас с этими? Так, куда нам идти-то? Так, ну понятно, что бегать здесь нельзя, поэтому... Давайте... Чем могу помочь? Можно? А, да. Так, что у нас здесь? Паучья лапка у нас есть. Клык есть какой-то. Лосина... Ну ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Давайте продадим это. Да, это можно продать. Так, вот это тоже продаем. То есть это нафиг нам вообще не нужно, по идее. Так, у нас 79 монет, и как бы здесь мне больше ничего не нужно. Так, побежали. То есть здесь есть обзор, то есть можно обзор, смотреть обзор в игре, то есть выглядит это, конечно, очень круто. Дальше. Ставим опять на меню. И сейчас я вам покажу вообще самые такие моменты в этой игре. Итак, смотрите. Можно приближать экран, то есть можно играть от первого лица в эту игру. То есть никакой сложности нету и модов не надо иметь, чтобы так играть. То есть вы можете спокойно играть от первого лица. И все. То есть. А я люблю так играть. То есть, чтобы игрока было видно и как бы игралось так как-то. Дальше мы сейчас идем за. Не знаю, по дороге просто идем. По карте. Так. Я не знаю, чувак. Пользоваться картой. Так. Вот карта мира. То есть. Вот. Вот то, что мы исследовали из всей карты. Вот, из всей вот этой вот штуки, только мы вот это. А где мы-то? Что-то я себе немного потерял, ну ладно. Ну хотя бы понятно то, что вообще мы делаем сейчас. То есть здесь есть какие-то города, то есть можно посмотреть города. Ладно. Мы сейчас просто идем в лес. Просто так. Кто это? Кто это? Это у нас стражник какой-то. 15 левел. Так, ну у меня вообще нужны враги сейчас где-то. Может с кем-то повоевать смогу. Так, ладно. Давайте пройдем сюда. Проходим, проходим, проходим. И ну, здесь прыгать можно. И в общем... Так как я только недавно начал игру, так как у меня был другой персонаж с другим, то есть левелом, почему-то что-то заглючил у меня там, и я что-то не стал им играть, потому что я захотел начать новую игру. Но так как я не снимал начало игры, поэтому как-то так, в общем. Так, давайте пройдем. Куда мы идем? Я вообще туда иду или не туда? Наверное, туда. То есть также можно убрать карту. Сейчас у меня вообще время 09:19. То есть 9 часов 19 минут. Так, дальше мы уже почти дошли до места. Так, это какой-то, я не знаю, что. Давайте подбежим дальше. То есть если у меня, у первого моего игрока был крутой уже меч, ну, средненькая такая броня уже, ну, то есть как-то так. То сейчас у меня только вот
вот мой игрок. То есть. Потрясающие кожаные перчатки, пояс пехотинца Штормграда, потускневшие плетеные поножи, сапоги рекорда есть. У нас есть тонкая стеганая куртка и потускневшие плетеные наручи. Так, большой иссеченный меч у нас есть. И левая рука у нас должен быть щит, но так как у меня сейчас... Сколько там у меня? 79, ну я не знаю, хватит мне, не хватит. Ладно, ребята, давайте спавнимся опять обратно. То есть, сейчас мы... То есть, можно с ним побегать, конечно. А, прервано. То есть, мы можем вот так вот прерывать, как бы. Вот эту всю штуку. Ладно. Давайте вернемся к нам на карту. То есть, камень возвращения возвращает нас обратно к нам на карту. То есть, я играю за человека. Я, когда выбирал персонажа, я выбрал человека-воина. То есть, я не лучник никакой, просто. Так, все, мы... Возвратились здесь, да? Ладно, все, мы пришли, в общем. Давайте теперь мы что-нибудь здесь купим. Встретиться так. С тобой большая честь. Где там он щит-то был? Так. Вот щиты есть здесь. Давайте какой-нибудь щит купим. Давайте этот щит купим. Так, все, у меня осталось 4 монеты. За альянс. Давайте щит теперь да, прикрепим к себе. Так, вторая рука, чтобы была у нас... Я не могу взять это так, в руки, у нас можно взять, имеет двуручное оружие. То есть, нам нужен другой теперь меч. Ну, то есть, это вообще можно посмотреть, как бы. Это как бы несложно будет. Вот так вот будет выглядеть щит, но то есть, с ним можно будет уже драться тогда. Ладно, пока что он нам не нужен. Он нам сейчас не нужен. Ладно, давайте рассортируем наши вещи, где... Сортировочная сумка. Это у нас все рассортировало, где-то моя. Не понял, где. Ладно. Сейчас посмотрим. Не, что-то я потерял, ребят. Тут нифига нету. А, может. А, да. Да. То есть все в маленький попало, да? Рюкзак. Так, окей. Окей. Потому что я давно играл, с тобой я играл во все Warcraft, то есть в первый и во второй тоже играл. Вот на, захотел поиграть в третий. Ну, конечно, третий графикой не отличается от второго, но здесь можно на ультрах поиграть. То есть, смотрите, если... Сейчас. Настройки, вот они. Вот мои настройки. 800 на 600 и оконный режим. Это для съемки видео у меня поставлено. Монитор основной, главный вручную, но хотя можно поставить вот это вот. Но так как я не хочу, хотя можно было бы поставить бы вертикальная синхронизация, то есть все можно поставить такие. Сглаживание, ребята, это как-то, не знаю. Так, ладно, после боя у нас. Что у нас тут отличное? Потому что я особо-то игру-то не настраивал здесь. Ультра. Так, здесь что у нас? Тоже ультра. Отличное. Ультра. Отличное. Разрешено. Применяем эти как настройки, все у нас есть. Так, здесь у нас поле боя и вот это все теперь рабочее. То есть дополнительные вот у меня. То есть тройная буферизация, то есть плавное управление, аппаратный указатель, МСАА. Почему-то у нас нету, но хотя должна вообще-то она быть. Почему-то она не настроилась. Хотя я ее настраивал. Альфа-тест МСАА. Сглаживание здесь есть, метод размещения, графический API, то есть DirectX11 у меня стоит, и масштаб интерфейса, это типа карта какая-то вот такая, ну то есть можно поставить до максимального, но это не хочу делать. Так, ну все, ребята, надо нажимать ОК. Все. И тут понятно уже, что у меня залагала игра немного.
Но это делается вообще из-за того, лагает игра, что надо перезаходить в игру обратно. Но так как я не хочу этого делать, поэтому приходится вот так вот играть. Потому что я снимаю сейчас видео. Ну что ж, ребята, что я вам могу сказать? Вот так вот я играю в Warcraft. То есть мы пока что никого еще не убили, но еще как бы... это будет во второй части нашего такого вот видео. Ну а сейчас, наверное, я перезайду, наверное, вы все видели. Ну а с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео и всем пока!